Ах, ну как же это всегда любопытно, всегда интересно, кто там что купил, где вы что были в отпуске, купили какие-то обновки для себя. И вы мне об этом написали, что будете ли вы с нами делиться своими обновками из путешествий. И родилось вот это видео. Обновок немного. Я была в Питере и была в Москве. Но все обновки такие, знаете, для души радостные, потому что, ну... В целом, я вот про себя могу сказать, что у меня на сегодняшний день все, что мне необходимо, и даже с лихвой, у меня на сегодняшний день есть. Но вот нужны были несколько вещей, которые прям вот реально были нужны, потому что я летела в Москву на семинар после Питера, и у меня не было директорского наряда в директорском стиле, в розовом таком... нежном, кто в курсе, знает эти все нюансы от компании Mary Kay, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я ехала просто, вот что называется, в омут с головой, в надежде на то, что я все-таки найду то, что мне нужно. И потом меня немножко, правда, я даже стрессовала, потому что ничего подходящего я не могла найти. Я очень хотела платьице, вот не костюм, а именно платье, такое женственное. Я хотела платье, чтобы было на запах. Давно ищу себе по фигурке, не так-то просто это оказывается. И представляете, на Невском в Питере в прекрасную солнечную погоду я случайно вижу двери такого красивого бутика с красивой витриной. И говорю, дай-ка зайду уже, вот без особой надежды, честно говоря. И представляете, меня там ждало мое платье. Оно было единственное моего размера, нужного мне цвета, на запах. И те, кто были на семинаре или видели мои фотографии в Инстаграме или вот мои репортажи с семинара, вы видели меня в этом платье. Замечательный российский бренд, российский, очень хорошего качества сама ткань. Вот такой запах, вот с такими мягкими складочками на запахе, на поясок. Здесь есть внутренний поясок, очень такой правильный, современный, короткий рукавчик. Бутик называется Ю. Вот такие там эксклюзивные вещи, вот они штучные, понимаете, в чем хороши дизайнерские бутики, что там вещи, которых вы не встретите на каждом шагу. Там вы будете такая одна. И меня это тоже, именно это действительно привлекает. Платье на трапеция внизу, и вверху она очень хорошо села, вот такой приятный в меру вырез, прям вот все как надо, и очень хорошая, вот так вот видно, я думаю, да, такая плотная, тяжелая ткань, которая великолепно драпируется, приятно коже, даже вот так карманчики есть, и в связи с этим я, когда руки вот так в карманы ставила, вспоминала фильм, знаете, какой? Служебный роман, когда она вот такая раз, у нее платье вот именно в эту трапецию и ручки в карманы, почему-то у меня вот такая ассоциация родилась, поэтому я безумно рада этой новинке, обновке. И щеголяла в нем вот в первый день семинара, у меня каждый день на семинаре были новые наряды, потому что я тоже купила еще одну обновку, которую использовала в третий день семинара, просто не могла ее не надеть, потому что мне жутко она понравилась. Кто видел тоже меня вот в дни семинара, смотрите, вот с такой отстрочкой, ну топ, наверное, да, скорее это можно назвать, вот такие... строчки очень высокого качества, это ГЭС. Я иногда попадаю там на хорошие такие вещицы, вот в предыдущих видео покупки в прошлом году, по-моему, в европейском я тоже купила несколько таких классных вещей. Этот я купила по спеццене, стоил он 12 тысяч, платье, к слову говоря, стоит порядка где-то около 9 тысяч. Ну, сейчас вот как бы цены такие, но оно, я знаю, что точно будет меня радовать, и качество его тоже. Вот такие отстрочечки на спинке. И где-то цена в итоге где-то минус 30%, это было тоже очень приятно.
и села идеально. Я чуть-чуть перешила пуговки поближе, так вот поплотнее, чтобы он у меня по фигурке сидел, был немножко широковато, у меня же талия, поэтому я надела. И вот так по груди вот эти все выточки легли, очень хорошее качество, подклад, прям видно, да, какой он шелковистый. Как он коже приятно ложится, вот этот рукавчик тоже модный сейчас, как бы приспущенный, да, но это все-таки рукавчик. И фоточки вам потом туда, в галерею, в конце видео, вот платье, вот этой одежки. И следующий аксессуар, я ехала, я очень хотела новые туфельки, модные, современные. Я, конечно, взяла с собой обувь, в отличие от наряда, я не брала специально, думаю, я все равно найду какое-то платьице розовое. Это было, конечно, ну, так смело, потому что не так просто оказалось. Но вот с туфельками тоже повезло, просто уже в последний момент, когда я отчаялась, думаю, ну все, уже обошла пол Москвы, перемерила там десятки туфель, босоножек, и мне хотелось закрытый носок, чтобы, вы знаете, когда мы в капроне, все-таки по правилам этикета носок должен быть закрыт. У меня есть открытый, но вот хотелось закрытый, хотелось на удобном каблуке, и чтобы они сели, размер у меня, соответственно, возрасту такой не 36. И я пошла просто уже вот совершенно, заглянула еще в один магазинчик, и меня там ждали мои туфельки, прям черевички. Вот такие туфельки, тоже я их гуляла в них на семинаре, вот такой каблук где-то, ну, сантиметров 7, наверное, да. Хотелось бы поменьше, но это тоже хорошо, они за счет этого более элегантно смотрятся. Вот так нарядно вот это посеребрение и вот эта пряжечка такая аккуратная тоже очень хорошо легли. Это итальянские Donna Soft, made in Italy, прям вот все отчетливо, прям хорошая кожа, мягко. Слушайте, ну очень редко, согласитесь, бывает обувь, которую не нужно разнашивать. Я их надела, и можно идти. Я проходила 3 дня семинара в большом удовольствии в них. Это большая удача, вот вы все меня, я думаю, понимаете, да, в этом. Бывало у вас так, что вы купили обувь, и ее не надо разнашивать, что она прям нигде не натирает. Вот прекрасно села прям по ножке, и несмотря на то, что узкий носочек, у меня очень удобно туда ножка поместилась. Вот такое модное сужение, не удлиненный носок, а именно вот короткий узкий нос. Вот прям очень тоже довольна этой обновкой. Ох, прям порадовала себя. И я вот что, я приготовила пару юбок там, чтобы показать, вот как я с этим топом себе планирую будущее. Сейчас вам покажу. Потому что, ну, я когда покупала, я понимала, что у меня есть с чем его надеть. Например, вот с такой юбкой красной, у меня много к ней что подходит. Я ее очень люблю, она карандашная такая. И видите, на ней тоже отстрочки вот такие фигурные, которые идеально, по-моему, да, подойдут вот с этим топом. Да, белое с красным или вот с чистыми такими цветами, белый с синим. По-моему, тоже будет очень красиво. Это такая вот она миди, длинная юбка. Потом где-нибудь засвечусь вам, покажусь в этих нарядах. И у меня, кстати, у меня такие вот плечики тоже от компании Mary Kay. Вот когда-то нам дарили, я уже не помню за что, вот директорам был такой бонус. И сейчас немножко интимных подробностей, потому что я искала хорошие трусики, такие, знаете, бесшовные. Вот если знаете, может быть, поймете, о чем я говорю. Вот они ни сверху, ни по ягодицам, нигде здесь нет отстрочки. Я нашла вот такие вот, они продавались парно, вот бежевые с черненькими. Вот такой бренд, я вам сейчас скажу, как он называется. Если найдете, я рекомендую. Они как бы с одной стороны и нежные, в то же время достаточно как бы плотные. Потому что есть тоненькие, они как-то вот... В общем, я разные перепробовала, а эти называются Дорина. Не знаю, чье производство. Вот, в общем, я нашла и купила 2 пары. То есть 4 я купила сразу. Где-то в среднем они,
по 650 вот так получились каждый. Ну, качество оно того действительно стоит. Бежевые с черненькими. И вот такая пара была. Я их купила, потому что ну, такие веселые цвета. Я очень люблю и тот, и другой, и коралловый, и бирюзовый. Тоже вот с этим клевером. Клевер – это такой вот значок счастья четырехлистовой. И купила еще себе французское мыло. Лоцитан, по-моему, правильно, да? Я вот так любила мыло Мэри Кей. Я так по нему скучаю, оно у меня уже закончилось. Кто вот пользовался, вы меня, наверное, понимаете. Я думаю, так хочу какое-то мыло, но все вот... Все не то, все не те какие-то запахи. А тут нашла, вот оно какое-то цветочно-травяное, херба, вообще вот на нем написано, херба. То есть трава зелененькая, и вот я им как бы пользуюсь такие вот, знаете, иногда хочется просто мыло. У меня полно, конечно, гелей для душа, они налиты у меня в диффузоры вот эти вот. Но иногда хочется просто мыло. Я хотела вот такой аромат именно хорошего французского пятизвездочного мыла. Ну и завершаю уже тоже на излете. Я давно искала себе рюкзачок. И я хотела, чтобы он был легкий. У меня есть сумка-рюкзачок. Она такая сумочная именно. И она кожаная. То есть она имеет приличный вес, как бы там ни было. Да? И я хотела легкий. Подо все подходящий, то есть какого-то нейтрального цвета, чтобы он был удобен, можно было и летом, и где-то вот в межсезонье ходить, и с разной одеждой, к разному гардеробу, чтобы подходил. И я тоже уже отчаялась, и мы уже улетали, мы с Ксюшей, Ксения Профилидзе, дочь моя, мы с ней слетели вместе с семинара, и уже в аэропорту. Многие из вас знают этот бренд Samsonite, компания Mary Kay дарит хорошие чемоданы, дарили нам именно от Samsonite. Ну, качественный бренд, именно сумочно-чемоданный. И в аэропорту из Домодедово мы улетали, у них хороший большой отдел, я и раньше там присматривала себе кое-что. И тут я захожу, и стоит, ждет меня мой рюкзачок. Вот я вам описала, какой я хотела. Смотрите, по-моему, она отвечает 150% всем этим требованиям. Я хотела тканевые ручки, чтобы они были не кожаные, а тканевые. Я очень ценю и люблю красивую фурнитуру. Она потому что выдает качество и стоимость товара. Так же, как упаковка, например, средств Mary Kay, да, вот наша премиальная косметика, там такая упаковка, что видно, что это действительно стоящая вещь. Не может хорошая, качественная вещь быть упакована в некачественную и некрасивую упаковку, да, согласны? И вот смотрите, какая фурнитура, вот какие-то балаболки на висячие вот эти вот, красивая вот эта... Сама как лейба там, да. Даже вот здесь сзади крепежечки такие, они тоже с красивыми, с фурнитуры. Кармашек на магните. Я обожаю задний карман, потому что у меня всегда туда идет ключи, там очки. Вот этот карман тоже очень удобный. Я с ним уже, конечно, юзаю его по полной программе. Он действительно легкий. Это нейлон, это не баллон даже, это нейлон. Я искала именно нейлоновые в Москве, там и в ГУМе мы обыскались просто. Вот. И внутри вот так тоже все симпатично. Я люблю светлую подкладку, потому что в ней очень хорошо все видно. Поэтому вот такие мечты свои реализовала в этой поездке. Рада была с вами поделиться. Напишите, что вам больше всего понравилось. Интересна ли вам вообще такая рубрика «Покупочки»? И что вы для себя ищете и не можете найти? Вот вы все кто? О, давайте так, поволшебничаем. Все, кто напишут свои желания, что вы ищете, что вы хотели бы для себя найти на прилавках магазинов, вы напишите, и вы обязательно это найдете. И когда найдете, тоже напишите мне об этом, ладно, в комментариях, чтобы мы все знали, что все мы волшебницы, все мы чудесные, и все умеем исполнять свои желания. Потому что у меня, посмотрите, как много исполнилось. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Рада была с вами поделиться. Увидимся. Пока.